На сцене Одинцовского центра эстетического воспитания яркие творческие номера участников и лауреатов фестиваля искусств «Ступени». С октября прошлого года ребята со всего округа активно демонстрировали свои таланты. Начинаем мы с традиционной куклы, потом у нас искусство видеть, знать, любить, потом у нас хореографический, потом Одинцовский соловей, живое слово, конкурс чтецов. Фестиваль проходит с 2007 года и включает в себя 8 различных конкурсов. В апреле традиционное награждение победителей. В рамках реализации проекта «Культура малой родины» член фракции «Единая Россия» Владимир Виницкий наградил участников вокальной студии. Вокальная студия «Дети солнца». Педагог Анисимова Людмила Георгиевна. Организаторы фестиваля уверены, что дополнительное образование в округе стремительно развивается. Ребят, которые хотят принимать участие в конкурсах, становится с каждым годом все больше. У нас и прибавление тоже на наших конкурсах участников. У нас по 300 детей у нас бывает на конкурсе, представляете? То есть ей нужно, естественно, там в каждой номинации первое, второе, третье место, но все равно это как бы малая часть того, кто приезжает на конкурс. Какие-то конкурсы проводятся в формате онлайн, конечно. Одна из важных задач фестиваля искусств «Ступени» – раскрыть таланты людей. Следующий творческий конкурс стартует уже в конце октября. Станислав Трифонов, Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».